Супруга принца Гарри, ставшая звездой благодаря сериалу, в 7 сезонах которого она сыграла одну из главных ролей, огорчила фанатов форс-мажоров. Как сообщило издание The Sun, герцогиня Меган рассмотрела возможность своего возвращения в телешоу для съемок в заключительном эпизоде 9 сезона. Однако, к разочарованию своих поклонников, она отклонила сделанное ей предложение. Как заявила Меган, она слишком занята подготовкой к другой своей новой роли, чтобы позволить себе вернуться на съемочную площадку. Герцогиня имела в виду тот факт, что в настоящее время она вынашивает первенца, который должен появиться на свет уже совсем скоро, в апреле этого года. Между тем, создатели форс-мажоров сделали Меган чрезвычайно щедрое предложение. По сведениям вышеупомянутого издания, они собирались внести в благотворительный фонд герцогини пожертвования в размере от 3 до 6 миллионов долларов. Причем, эту сумму они готовы были перечислить за появление герцогини на экране всего на несколько минут. По плану, на съемки ей пришлось бы потратить всего один день. К тому же создатели телешоу, съемки которого проходили в Канаде, были готовы ради супруги принца Гарри пересечь океан и снять эпизод с ее участием в Великобритании. В последний раз зрители видели Меган на экране в роли подружки главного героя, Рэйчел Зейн, в апреле прошлого года, незадолго до свадьбы герцогини с Гарри. Но теперь поклонники сериала окончательно утратили возможность снова увидеть герцогиню в полюбившемся им образе. Ведь, как было объявлено, 9-й сезон сериала, в финале которого она могла появиться, станет для телешоу последним.